Помогает ли маска не заразиться коронавирусом, если вы не больны? Однозначный ответ – нет, не помогает, а даже вредит. Так как одевая маску, на вас чихнули, кашлянули, и это попало на маску, оно все равно пройдет в ваш организм. Маска нужна только уже зараженным коронавирусным больным, чтобы они тьф, не распыляли, не шмаркали, и это все не летело. И одно из самых пагубных влияний масок, особенно плотных, это то, когда вы их одеваете, уже через 5 минут нахождения под маской, углекислого газа концентрация настолько высока, что можно ей отравиться. И получить получить головокружение, слабость, головные боли. Если вы не больны коронавирусом и знаете об этом точно, маска вам только навредит.